Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить хренодер. Делать я его буду первый раз. Расспросила у подруги Светы рецепт. Она мне в прошлом году угощала. Накопала на огороде много хрена, купила помидоры и буду сегодня готовить. Особенностью работы с хреном приготовления является то, что он такой летучий, пахучий, лезет в нос, в глаза. Когда-то в молодости я пыталась стереть хрен на терке и крутить его на мясорубке, и мне получалось, текли слезы. Я, в общем, очень как бы было некомфортно. Сейчас я буду делать блендером. Делать буду все первый раз. Надеюсь, вы меня поддержите лайками. И надеюсь, что у меня все получится. Все, поехали. Видите, у меня уже готовы помидоры без кожуры, хрен почищенный и чеснок. Теперь мне нужно для того, чтобы в блендере хрен измельчить, нужно сделать его более мелкими кусочками. Надо помельче. Добавлю помидор для того, чтобы было более сочное. Может быть, потом будет легче. Пахнет горчицей очень сильно. Угу. Теперь для того, чтобы было более мелко, я попытаюсь измельчить другой насадкой. К сожалению, я не знаю точно, как это должно выглядеть. Вот добавлю столько для начала. Добавлю сахара столько, ложку. Запах хрена уже по всей квартире. И я, конечно, боюсь пробовать эту вещь. Сюда еще уксус нужно добавлять. Ох. Соли, наверное, надо добавить.
Может, больше нужно помидор. В глаза лезет везде уже хрен. По всей квартире, наверное. На дне ложки. Я знаю, что нужно сделать. Нужно угостить мужа. Снять пробу. Я пошла. В общем, угостила мужа. Он от неожиданности, что я ему так и принесла, такой сюрприз. Он целую ложку проглотил, и потом, конечно, он не ожидал, что это будет так остро. Но если бы были, конечно, у нас еще помидоры, я бы добавила еще туда помидор. Но, в принципе, муж сказал, ничего больше добавлять не надо, все хорошо. Я плачу, и на всю квартиру идет запах хрена, даже в подъезде. В общем, получилось две таких баночки. Я их закрою и поставлю в холодильник. Теперь останется купить только сало. И мы к зиме готовы. Все, кто был со мной, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!